Вот на эту трубу нужно установить магистральный фильтр для очистки воды. Видите, один фильтр здесь стоит, но он не справляется. Вода слишком ржавая, даже после него имеет окрашенный желтый цвет. Программа «Чистая вода» до нас еще не дошла, не знаю, когда она дойдет, поэтому приходится очищать воду любыми доступными способами. Труба полипропиленовая, диаметр 20 мм. Для того, чтобы врезать сюда фильтр, нужно купить гайки-американки. Вот верхняя часть фильтра. Вот такие разъемные гайки. Вкручиваются сюда переходники на полдюйма. Сюда закручивается, эта часть откручивается, здесь стоят резиновые прокладки. Нужно здесь сделать разрез трубы, замерить ширину фильтра и паяльником для полипропилена впаять вот эти вот американки с двух сторон. Подожду, пока стечет вода, затем высушу все феном. Установил на паяльник соответствующую насадку и включил его в сеть. Жду, пока он нагреется, и затем начну пайку. Паяльник нагрелся, американку вставляем в одну часть насадки, трубу в другую, ждем 5 секунд и свариваем. Раз, два, три, четыре, пять. Все готово. Теперь отмеряю на трубе место второго реза с учетом глубины втулки. И также отрезаю его ножницами. И таким же образом делаю еще одну спайку. Металлические части фильтра и гайки соединяем при помощи льна и уплотнительной пасты. Так соединение будет работать без протечек. Устанавливаю верхнюю часть фильтра, не забывая прокладки и учитывая направление входа и выхода воды. Заодно заменил картридж на первом фильтре. Вот так он выглядит после недели использования. Так, устанавливаем новый картридж, закручиваем колбу, пускаем воду. Протечек нигде нет. Вот таким образом программа «Чистая вода в каждый дом своими руками» работает. Вроде чистая. Ваше здоровье. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, смотрите новые видео. До новых встреч!